Добрый день, я директор компании «Солитон» Павел Аржанов. Сегодня мы находимся на выставке «Олдтаймер галереи» Ильи Сорокина, которая в очередной раз проводится в парке «Сокольники». Здесь представлено очень много интересных машин, но что хотелось бы отметить. Есть несколько позиций, которые заслуживают особого внимания. Ну вот, например, все мы видим известный до боли «Запорожец» 965, вот, который очень близок к большому количеству любителей ретро-техники. Такие машины, как «Москвич 401», как «Запорожец», дальше стоит «Ява», они не считаются достаточно дорогими машинами, но я бы хотел уделить внимание им по поводу того, что каким образом они сделаны. Такое отношение к железу, оно присутствует у каждого из нас, но далеко не все могут делать с таким качеством. Все-таки это пример того, что любая, даже самая недорогая машина может выглядеть вот таким образом. Мы производим перехромирование деталей для любых автомобилей. Вот. Но еще раз говорю, хотелось бы подчеркнуть, каким образом даже на самых недорогих моделях при хорошем подходе получается достаточно хороший результат. Правильная подготовка и правильный подход дают те результаты, которые мы сейчас видим. Наша компания сотрудничает с многими фирмами и реставрационными компаниями в России, СНГ. Мы готовы предложить любые услуги по восстановлению ретро-машин. Находимся мы в Волгограде, город герой Сталинград бывший. Телефон 84 42 96 79 80. Всегда жду, что у нас будут появляться новые друзья, новые любители ретро-техники. Поэтому прошу вас, обращайтесь, будем рады вам помочь.